У этого имени определяет такие индивидуальные характеристики, как смелость, выдержка, целеустремленность, в крайних случаях необоснованный риск и необузданный темперамент. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Носителям этого имени следует помнить, что есть денежный эквивалент успеха, а есть внутреннее ощущение счастья, и конвертировать первое во второе удается не всегда. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Главные качества этой личности – свободолюбие, сексуальность, стремление к переменам, динамичность и коммуникабельность. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Чрезмерные гордыня носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.